Всем добрый день, добро пожаловать на канал. Сегодня ходила я на выставку, на ярмарку, посвященную шадринскому гусю, где продавались народные товары народных промыслов мастерицы нашего города, кто что может изготовить, выходили там и как бы вот продавали свои работы. Кому интересно, присоединяйтесь и будем смотреть вместе с вами. Эти поменьше, подешевле они, да, немножко, да? По 500, наверное. А? По 500, наверное. Ну, тут и 350 можно. Это нормально. О, как красиво. Тут часики даже. Будильник. Ну. Красиво. А вот аист с лялькой? 350. Продолжаем.
вот что? Булочки. Ой, брошки какие красивые. Браслет. Девушки, давайте. Будем с радостью. Похузный. Боевого ведра. Валерка, мне возьми только. Прошедшего сотни километров. Длиной? Да. Сотни метров? Можно чуть-чуть? Да. Еще чуть-чуть. Вкусный такой, да? А то мы тут на холоде. Погреемся. Погреемся. Будешь чай? А вот это декупаж, да? Вот коричневая. Угу. Декупаж. Подобные работы, мне так нравится. Дали, мы уже попробовали. Я еще не знала, что из Палмирана столько всего такого. Вот цветочки только знала, что. Это благодатный материал. Что, наверное, уже в одну сумочку-то не входит. Ничего не входит, уже четыре коробки. Ясно с вами все. Не берите с меня, мне входит тарелку, пожалуйста. Нет, я все уже люди с меня. Не говори, слушай, вообще. Завал, барахлом-то будет. Бедный кот уже истериком стал. Не лезь, выплюни, не подходи. Не спи. Смотри, кто-то пристроился. Для вас дуэт преподавателя Барашева Татьяны Михайловны. Хорошо. Это тоже прянички, да, вот дуэт на палочке? Максим, замечательно. Новиков, я актуальный, высший адринский. Ага. А, вот еще у нее. Я знаю, что я не знаю, что я не знаю.
Баянисты из детской музыкальной школы города Шадринска. Я приглашаю сюда Неверова Георгия. Для вас прозвучит мелодия Шатрова «На солнце и на грудь». А это из чего слепили? Это холодный фарфор. А это мыло ручной работы. Запахи не передаются хорошо. Так слышно, к вам подходишь. Потому что хорошие подарки, недорогие. И, в общем-то, полезно, как сказать-то. Мыло-то оно, тут все пищевое, добавки-то. Мылится хорошо, надолго хватает его. Thank you.
камней, войлока и ферка. Для вас представлены вязаные изделия, детская и взрослая одежда. Это у вас дневники, да? Вот это вот. Сильные реками, виненные деревянные игрушки. Дневник, как блокнот, да? Нет, вот эти блокноты, а вот это ежедневник. Они в такую цену? Сейчас эти сумки есть. Самые различные материалы. Самые ближние материалы. Надо. У нее есть действенные. Солисты песенного коллектива «Уралочка» исполнят песню «Над Россией моей». Каринке браслетов набрала я. А у вас до скольки будет? До трех. Смотрим.
которые на церемонии показали и участникам ответственности ярмарки, и гостям. Ждем на ярмарку детей. Ждем их родителей. Ну да, у меня кусочек ткани такой образовался. Берегла его специально для петухов. Здравствуйте, смотрите. Куклы, пакетницы, внимание, обратите на них еще. Не проходите мимо. А мы вновь будем слушать красивые мелодии исполнительного оркестра «Город Аркадьевка». Неверова Георгия, Юрий Гаврилов, вешай на колонне. Ну, не то чтобы солдат, но патриот России, например. Я бы не знаю, или вот такого.